Доброе утро! Начинается операция X. Всем доброе утро! Как вам мой новый прикид? Прислушалась к вашим советам. Иду на автобус, чтобы встретить Шамиля. Время 9:00 утра. С вечера очень долго смотрела, как не доехать с пересадками. С утра вскочила и понимаю, что мне удобнее попасть на 8:45 рейс, автобус, маршрутка, нежели в 10:10. Потому что добираться очень далеко на самом деле. В среднем это где-то занимает 2 часа, поэтому выбрала маршрут пораньше, если вдруг что-то пойдет не так, чтобы я могла где-то сесть на такси. Вот. Османчик проснулся, чувствует, что я ухожу. Сел. Пришлось включить ему мультики, чтобы незаметно убежать. Сварила ему кашку. Вот. По поводу вчерашнего сюжета, котлеты из Османа. Вы не переживайте. Данное сенсорное занятие нам прислал наш дефектолог. Она занимается такими детьми и знает, когда можно давать, когда нельзя давать, что можно давать, в каком объеме. Вы не переживайте. Нужно иметь, наверное, немножко чувство юмора. О, российские номера. С чувством юмором подходить. И правильно писали, что да, есть такие сказки, которые тоже нас пугали в детстве. У меня у самой остался страх. Помните, а под печкой крокодил чуть меня не проглотил. И вот это вот этот крокодил меня преследует с самого детства. Вот. Но все было в шуточной форме. Никто там не посягал на жизнь Османа. Вот. Сегодня опять жара стоит. На этой неделе будет очень жарко. Сегодня, наверное, вечером пойдем на море. Шамилька отдохнет, покушает. После тихого часа вечером тихонечко пойдем. А то мы уже 2 дня не ходили на море. Но вчера рыночный день был, на рынок ходили. Все равно занимает тоже порядка 2-3 часов, пока сходишь, пока принесешь, пока разложишь. Вот. Ну что, поехали встречать Шамильку. Надеюсь, моя карта будет действительно. У меня сломалась транспортная карта, вернее, надломилась. Я купила новую карту. Привязала хэс-код к этой карте. И позавчера я удачно с ней каталась. Но вчера мы сели на автобус, чтобы поехать на рынок. У меня не проходила карта. И меня высадили. Получается, сестра уехала одна, так как она уже пробила был свой чек. А я пошла одна. Ну ладно, недалеко, 3 остановки. И пока шла... Через телефон опять привязала хэс-код. Что произошло с картой, непонятно. Поэтому я взяла еще 2 карты у сестер. Чтобы у меня было 3 карты. Потому что Шамилю тоже нужна будет карта, привязанная к хэс-коду. Поэтому поехали.
пришла я на Террасити. Опять у меня карта все-таки не прошла. Хорошо, что взяла карты у сестер. Вот. Не знаю, что происходит, но буду разбираться. Доехала до конечной. Теперь жду другой автобус, который едет до аэропорта. Вот. Сходила, проверила баланс, потому что не знаю, сколько у них на карте. Баланса достаточно, слава богу. Видите, сколько автобусов ходит, и мне подходит только один. Сколько здесь? 6. 12, 16, 17 автобусов. Ну все, села я на 800-й автобус. На 8 минут опоздал. Начала паниковать уже, думаю, ну все, придется на такси. Потому что этот автобус один раз в 1 час и 15 минут проезжает. И ждать еще целый час. Вот. Сели, поехали. Надеюсь, успею прилету Шамиля быть там. Я еду совершенно одна, на пару с водителем. Удивительно, да? Хотя этот автобус, оказывается, идет с района СРСУ, соседнего района. Можно было как-то 3-4 остановки проехать от моего дома и пересесть вот на этот. Но кто же знал? Мне мобильная версия Анталия Карт предложила именно такой вариант, поэтому, чтобы, хотя можно было, конечно, пересесть напрямую на этот автобус. Ну, теперь будем знать, живем, учимся, набираемся опыта, теперь знаем, как добираться до аэропорта. Ну вот, доехала я до аэропорта. За 2,5 часа, даже больше. Сейчас пойдем искать наш рейс. Ой. Люди улетают и прилетают. Ну все, встретила я Шамиля. Встретились быстро. Сейчас ждем, когда он умоется, и поедем домой. Вот он, мой красавчик, идет. Так. Welcome to Antalya. А сейчас прошу. Так, сейчас посмотрим. Автобус. Университет Агдениз. Наш первый район, где мы жили. Да. Иди, встречай. Привет! А где? Привет. Где османчик, главный персонал? Снимайте обувь. Я говорю, приветолог. Я руки на дверь. Не дождался? Наш... Он покакал. Кутю бери взялась. Привет, скажи. Чё ты? Ну почти, да, давно. Чё? Хорошо? Хорошо, 38 градусов. О! Приехали! Так, чего у них хватает, да? У машинки. Колёсики, чёрные колёсики сделай. Черные. Черные колесики. Вот, османчик колесики добавляет, да?
Молодец, Осман. Мальчик, да, должен знать механику, да? Давай, давай. Тебе вот так вот круг дорисую. Давай, раскрашивай. И вот тут колесик еще докрашивай. Давай, раскрашивай. Молодец, Осман. Вот сюда нельзя. Вот тут только белые, где, видишь? Получилось? Как надо держать карандашик? Неправильно держишь. Держи вот так. Вот так. А второй колесик черный будет, да? Что это у тебя разноцветные колесики какие-то? Ну-ка, хорошенько держи. Вот так держи. Держи вот так. Неправильно держишь. Держи вот так. Как научить правильно держать карандашик, друзья? Вот так держи. Вот. Вот так. Руку положи. Вот так. Давай, делай вот так. Давай, рисуй. Вот. Молодец. Супчик, да? Супчик дали киске. Кушайте, кушайте, киски, скажи, кушайте. Не подпускает. Иди, иди, кушай. Кушай, кушай, иди. Смотри, не подпускает. Иди, иди, кушай. Ням-ням, кушай, иди. Харам, ну сын не подпускает, да? Он еще один маленький бежит. Ты тоже? А, это наша кошка. Это прооперированная, у нее ножка сломана была. А ей тоже дать? А вон, смотри, маленький котенок там ждет. Твоя очередь не пришла еще. Ладно, пока, друзья. Пока. Все, пока-пока, скажи кошечкам. Она воды попила. Пойдем, Улан. Сухой корм. Ну. Бульон. Облизывается волокой. Что там много чего не хватит? Не пускает. Мое и все. Если один стоит, значит второй не подходит. Так странно, да? Ой. А ты что не идешь кушать? Он тот уже уйдет. Вы что не отклеили моему ребенку какой-то помеченный? Дэлла, стой! Ман, Гульнара. А мы на автобусе или пешком? Пешком. Пешком, конечно. Чё, мы же решили прогуляться. Котенок маленький. Один, два. Два, скажи. Ой, ты столько считаешь. Два. Два, скажи. Два. Три. Вообще такой.